И еще раз доброе утро, товарищи рыбаки. Показываю. Всем добрый день. Весь день я скрывался от камеры. И вот все-таки меня вымучили. Вот. Приехали мы в ночь. Сейчас, я не знаю, время, наверное, часов 9. Да. Удалось поймать около 15 карпов, которые все благополучно уплыли себе домой. Вот. Караси. На что клевали караси? Мне сказали то, что многие интересуются карасями, они клевали на того же самого опарыша. Приложи. О, вот навесочка у них такая. Навесочка 700, вот это 600. На пучок опарыша, на ту же самую прикормку, что и карп. В перемешку с карпом. Вот. За всю ночь поймана только стерлядка. Вот. И непонятные поклевки были всю ночь. Не знаю, что-то постоянное. Бивертип загибало. Но ничего не удалось. Сом. Сом — это другая история. Это пучок червей. 5 метров от берега. Вот. Рыбалкой доволен. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Замечательной рыбалкой. Хорошее настроение. Ждем новых успехов. До встречи.